Узбекистан. Да, да. Но на Булат два раза выиграл. В Японии 72 и 78 чемпионов был. Не 72, а 78. А там еще нет сложного, там если нос не сломался, не знаю. Будет еще хуже. Не-не. Как Миша ему это. Ну, Миша в первом раунде ногу отбил, Миша специально без стрим. Я не знаю, что там, ну никакие там какие-то не силы. Попал уже точно, точно. Но он ее, ну, этот Леша встретил, Алекс уже, борец, но тоже ему кикали в первом раунде, но подбил. И боксерский ему, и тоже кикали. И что еще попадает? Нет, ну, Саша. Да, правильно. Кто там у нас оставался? Саша больше? Все, упал тоже. Боксу, говорит, дай боксу, палатки нам дай. Боксу среди взрослых. Неоднократный победитель международных турниров в Японии по борьбе с айкидо. Финалист чемпионата России по боям без правил Александр Шелученко. И восьмикратный победитель первенства республики по тайландскому боксу. Чемпион республики 2002 года среди взрослых, финалист первенства мира и победитель Кубка мира по тайландскому боксу Александр Пантюков. Thank you.
за пароторку. Саша поедет. Да? Угу. Когда? В сентябре, 25-го. А когда у нас Германия? Ты не ясно? В сентябре тоже. Там накладки будут у нас. Будем приготовить. Как понять накладки? Вот Германия, Япония, плюс чемпионат мира, плюс чемпионат Европы, все куча. Одновременно, я не знаю, как мы делиться будем. Ну будем смотреть там. А в Германии тоже могут в сентябре? Они пообещали. Я вот не знаю, кто повезет, так что Михаил Андреевич может в Японию ездить. Здорово.